Ловкие движения рук и своеобразный танец. Этот ритуал прославил японца Синдзуо Мори и его кафе чуть ли не во всех социальных сетях мира. Вот уже полвека он так раскладывает десерт в вазочке, забавляя клиентов. Его кафе в Токио годами привлекало туристов. Их поток остановился только во время пандемии, а теперь они снова возвращаются. 80-летний Мори подает 50 десертов в день. Это карамельный пудинг. В Японии его называют пурин. Просто изумительно, мне очень понравилось. Мы в Гонконге часто едим пудинг, но думаю, здесь десерт другой. Он нежнее и не очень сладкий. О своей популярности в соцсетях пожилой японец узнал от клиентов. У него самого даже нет смартфона. Я очень удивлен, видя столько публикаций со мной в социальных сетях. В кафе постоянно очереди, но попробовать пудинг удается не всем. Я большой поклонник карамельного пудинга и привел сюда друга. Но я сильно разочарован, поскольку пудинг закончился, а еще нет и 2 часов дня. Конечно, это просто означает, что здесь отлично работают, а социальные сети на самом деле помогают мелкому бизнесу в Японии. Во время пандемии кафе переживало трудные времена, клиентов стало меньше, а продукты подорожали. Правда, Мори старался не повышать цены даже в ущерб своему доходу. Я счастлив, что клиентов стало больше, но кое о чем сожалею. Мне жаль, когда люди возвращаются домой, не попробовав пудинг. У меня от этого немного тяжело на сердце. Кафе работает с 1971 года. Помимо туристов, сюда часто заходят офисные работники, чтобы перекусить или выпить кофе. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.